Что нам стоит дом построить? Сказали застройщики и возводят в Архангельске сразу 6 новых многоэтажек. Труд строителей оценил на этой неделе представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Если все такое жилье, то это очень хорошо. Сколько же человек встретит Новый год в благоустроенных квартирах и как в регионе исполняется программа переселения из ветхого и аварийного жилья, расскажет Артемий Заварзин. Сольвычегодск мерзнет, переправы открываются. Область прошла первые испытания морозами. Подтверждается неготовность и нежелание заниматься муниципальной властью подготовкой к зиме. Где еще в регионе проблемные точки по теплоснабжению и какими ресурсами пройдем зиму, которая только началась, расскажем уже в это воскресенье. Почему опять горят дома и квартиры? Где же предел человеческой беспечности? Все понятно, что безопасность – это в руках самого гражданина. Как уберечь себя от гибели при пожаре и какой отклик находит инициатива Общественной палаты России таранить спецмашинам неправильно припаркованные автомобили? Об этом репортаж Ирины Ившиной. И насколько нам нужны прививки? Кого они спасают от всех болезней, а кто не видит в них никакого смысла? Два наших последних ребенка, Матвея и Александра, они не привиты вообще. Я вижу, что это растут совсем другие дети. Так спасут ли прививки от тяжелой болезни и ее последствий? Порассуждаем вместе. Об этом и не только уже в это воскресенье, 11 декабря в 10 часов в прямом эфире телеканала ПС. Не пропустите.